В Дзержинском районе полицейские задержали подозреваемого в уличном грабеже. Вечером 35-летнему прохожему подбежал незнакомец. Он сорвал с него золотую цепочку с крестиком и скрылся. Потерпевший сообщил о грабеже в полицию, и подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. Приняты меры к возврату похищенного. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Волгоградец подозревается в серии разбойных нападений. В марте текущего года в аптеку в Кировском районе вошел неизвестный мужчина. Он направил на фармацевта предмет, похожий на пистолет, и передал ей пакет, в который потребовал положить деньги, после чего скрылся. Несмотря на то, что внешность злоумышленника скрывали капюшон и медицинская маска, полицейские установили его личность. Им оказался 37-летний волгоградец. Сразу после совершения преступления он уехал из региона и был задержан по возвращению в Волгоград оперативниками уголовного розыска. В настоящее время установлена его причастность к аналогичному преступлению, совершенному также в марте в аптеке в Красноармейском районе. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об его аресте. В регионе продолжаются мероприятия в рамках операции «Путина». В ходе рейдовых мероприятий в акватории реки на территории Кировского района полицейские заметили пенсионера, который пытался выловить рыбу, запрещенной ставной сетью. Аналогичный факт был выявлен в Алексеевском районе. Здесь местный житель также с помощью рыболовной снасти-ловушки пытался добыть водные биоресурсы. По всем этим и другим выявленным фактам проводятся доследственные проверки.